В Саратове благоустроить планируют не только скверы и парки, но и любую территорию общего пользования. Глава региона посетил областную ветеринарную лабораторию, где ознакомился с проведенными работами по ее благоустройству. Здесь высадили аллею, разбили цветники, обустроили беседки и фонтан. Новая парковая зона стала подарком для жителей Ленинского района. Валерий Радаев привел лабораторию как пример социально ответственного учреждения и заявил, что благоустраивать территории должны все заведения области. Любое учреждение, бюджета, не бюджета, ну это наше сегодня место, где мы проводим основное время, горожане, да? Надо обустраивать каждое, около каждого частного дома, домовладения. Да, Валерий Васильевич, нужно обязательно, во дворах надо проводить большую работу во имя себя.